Бег на короткие дистанции, прыжки в длину под аккомпанемент детского смеха. Юные северяне с ограниченными возможностями здоровья поучаствовали в легкоатлетическом многоборье среди учащихся коррекционных школ-интернатов. Более 100 человек сразились друг с другом за право быть самым быстрым и ловким. Бег на короткие дистанции, а также прыжки в длину. Дух соперничества среди детей развит сильно. Еще сильнее поддержка одноклассников. Болеют друг за друга здесь от всей души. Есть и свои фавориты. Например, традиционно много наград собирают воспитанники школ Североморска. Вы знаете, везде все по-разному, потому что дети подрастают, они крепнут, они набираются сил, и получается, что одни побеждают постоянно, а другие их догоняют и стараются к ним приблизиться. Вы же знаете, кто-то есть спринтер, кто-то стайер, у кого-то от рождения дается, да, и только определенные навыки и достижение определенных результатов меняет это, и они достигают этого. Показавшие себя с лучшей стороны на областных соревнованиях зачастую выходят на федеральный уровень. Не так давно, например, один из ребят вернулся с бронзой из Йошкар-Олы. Награду взял за забег на 6 километров. Было, да, сложновато. Там были просто КМСники, потом мастера спорта там даже были. Но там было, конечно, сложновато, но я все-таки достал 3-е место. Соревнуются ребята как в личных, так и в командных зачетах. Чемпионат проводится 10-й год подряд, потому многим не в новинку. Соревноваться дети будут в забегах на 60 и 300 метров, а также в прыжках в длину с места.